Хочу нарисовать зайчика маленького, серенького, может быть, немножко голубого, но зайчика, и чтобы у тебя он тоже получился, я тебе все покажу поэтапно, постепенно, как я это делаю. На белом листе бумаги с помощью мелков гамма, восковые мелки, мягкие, яркие, безвредные и очень-очень удобные. Удобные, потому что они небольшие, легкие, их удобно пользовать, легко держать в руках, и они мягкие. И при этом они не пачкаются вот так вот просто. Нельзя запачкаться, нельзя вот так вот все испачкать красками. Всего лишь серый цвет я взял и рисую круг. Сначала рисую овал. И второй овал. Вот такой у нас заяц будет. Сразу всего его покрашу сереньким. И смотри, как я крашу. Я не стараюсь ровно закрасить. Сегодня такая техника будет. А так. Я в это время пою и стараюсь себе подбодрить, чтобы моя рука двигалась быстро, активно, резко, ярко, да? Теперь рисуем ушки. И тоже так же. Ля-л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 я. У зайчика есть также хвостик и лапки. Опа! Хопа! Нарисовали зайчик, вот такой и будет. А теперь возьмем или синий, или голубой, или же черный цвет. Какой тебе нравится? Мне нравится синий, потому что мне хочется сейчас черный использовать, мне хочется синенький. И для начала нарисуем носик нашему зайчику. Я теперь буду рисовать на этом пятне краски, которую я нарисовал. Вот такое вот пятно. Понятно, что здесь зайчик, но не видно точно ли. Давай его прорисуем. Носик уже здесь. Глазик. Второй глазик. Два глазика. Молодцы. Теперь рисуем улыбочку. Хоп-хоп-хоп. Мордашку, да? Теперь голова. Голова сюда идет и сюда идет. Голова щечкой. Щечка. Он много кушает морковки. Теперь ушки прорисовываем. Одно ушко с дырочкой. Второе ушко без дырочки. Ну что, дырочка с той стороны. Вот такие ушки у нас уже, у нашего зайчика. Молодец. Теперь идем сюда. Сразу рисуем большую-большую спину. Так, рисуем хвостик. А здесь рисуем раз лапку. Два лапку. У него сзади лапки очень большие, они сложенные, так как у лягушки, да? А спереди самые обычные лапки, и вот так вот он их держит. Раз-два, раз-два, раз-два. Зайчик готов? Готов. Можно нарисовать ему немножко волосиков, которые здесь торчат. И также волосики можно и так подрисовать, что он у нас волосатый, у него есть шерсть. Да, вот так вот каждую шерстинку мы не будем показывать, но все равно немножко таких штучек поставим. Тяп-т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 яп. И вот у нас зайчик. Я думаю, мой зайчик зимой или летом бегает. Конечно, он голубой, но он серый, не очень белый, да? Я все-таки думаю, что я буду рисовать рядом зеленую травку. Мне хочется думать, что если он еще и не сбросил шубку на коричневую, а? Белую на коричневую, на серенькую, но скоро сбросит. И все-таки хочется нарисовать лето, травку или весну, когда он линяет и становится из белого коричневым, да? Вот так вот мы его нарисовали. Замечательный зайчик. За 5 минут мы с тобой справились. Я буду рад, если ты поделишься своим зайчиком, пришлешь в Инстаграм. Это сделать легко. А лучше всего сделать сторис. Мамам прошу, сделайте сторис. Это удобно. Я вас сразу увижу. Собачка-рыбаки 3. Нужно писать на вашей сторис. Фотографируйте рисунок. Лучше, конечно, ребенка тоже, но это по вашему желанию. А так, в принципе, хорошая стимуляция, когда вы делаете сторис, показываете мне. Я отвечаю большим лайком и сохраняю вашу сторис к себе. Ребенок это видит и хочет еще рисовать. Хороших рисунков, настроения и пока-пока!